Здравствуйте! В эфире телеканала TV.com кулинарное шоу «Вкусно». Сегодня в нашем выпуске речь пойдет о трезвом образе жизни, о трезвой программе жизни. А рецептом сегодня с нами поделится врач-профилактолог, врач-нарколог, психиатр Анна Ногослаева. Здравствуйте, Анна Геннадьевна, я вас приветствую. Здравствуйте, Юрий. Вы у нас сегодня представляете общественную организацию? Да, ну не совсем общественную. Проходите, не стесняйтесь. Организация Ахоцентра общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Бурятия. Так, отлично. Ну я так понимаю, что и рецепт у нас сегодня будет такой осенний, который повышает иммунитет. Да, это облепиховый чай и творожная запеканка без сахара. Творожная запеканка без сахара. Расскажите нашим телезрителям о ингредиентах, которые у нас на столе. Ну, начнем с творожной запеканки. Это творог 2%. Я иногда для себя вообще нулевой творог беру. Да? Но здесь мы можем позволить пачка творога. 2 яйца. Сметана для заправки 10%, да, и я взяла в качестве добавки вместо муки кукурузную муку. Почему кукурузная мука? Потому что в ней как бы она не содержит глютен. Вообще обычно дома я добавляю кукурузный крахмал, но просто сегодня я в магазине его не нашла. Мы еще добавим ванилин. А для апельсина, для облепихового чая я взяла, значит, апельсин по рецепту. Ну, буквально там нужно 200 грамм облепихи, стакан, корень имбиря. Угу. И мед. Ну, это для вас. Мед. Потому что я без меда буду. А почему вы решили, что я с медом буду? Не знаю. Вдруг, если вам на всякий случай не понравится сахарозаменитель на основе кукурузного крахмала. Я буду и то, и то. В общем, будем все с вами пробовать. Хорошо. С чего начинаем? Мы сейчас начнем, поставим запеканку запекаться, а когда она будет в духовке, мы начнем готовить чай. Давайте, какая посуда вам нужна для этого? Я предлагаю взять для этого разделочную. Ага. Анна Геннадьевна, расскажите. Я знаю, что вы уже на протяжении почти 10 лет пропагандируете трезвый образ жизни. Что это все-таки, что сподвигло? Ну, то есть я 9 Ваша лет... медицинская профессия все-таки, как врач? Да, моя профессия к этому сподвигла, потому что в свое время я прошла обучение в школе освобождения от алкогольной зависимости так. по методу Шучко, но не для того, что я хотела от своей зависимости избавиться, а потому что мне нужно Ладно, было не стесняйтесь. Овладеть Говорите этой честно. Методикой. Да. И с тех пор я 9 лет нахожусь в состоянии абсолютной трезвости. А мои пациенты меня спрашивают, а что вы раньше пили? Я говорю, нет, я раньше не пила, так. но культурно употребляла, как все, да? Угу. Вот. Ну, в своей анкете вы как-то указали культурное употребление алкоголя в кавычках. Да, это... в кавычках, ага. Да. Вот это самая вредная программа, да, которая сейчас в нашем обществе господствует, и она как бы всегда замалчивает такое естественное состояние человека, как трезвость. Угу. Ну, предполагается, что если пить культурно, за белой скатертью, там, зная меру, зная норму, то вот так пить нужно. А плохо пить – это когда ты под забором валяешься. Но я хочу сказать, что алкоголики, они ниоткуда не появляются. Все сначала начинали за белой скатертью. То есть количество... Под Новый год с шампанским. Да, вот как бы да, Новый год – очень знаковый праздник для формирования алкогольной программы. Мы об этом сегодня будем много говорить, да? Почему? Потому что в праздновании Нового года участвуют все члены семьи, и особенно дети, да? Угу. Вот, и дети, они запоминают, что именно вот этот такой замечательный праздник, у них возникают ассоциации с подарками, с весельем, да, и на столе стоит там... С брызгами шампанского. Да, не только шампанское, то есть на столе обязательно присутствует алкоголь. Но, может быть, сейчас уже не у всех... Может, вилочка нужна? Ага, вилочка, спасибо. Угу. Нам надо яйца сюда разбить. Яйца, давайте яйца разбиваем. Ага. Уважаемый телезритель, 2 яйца. Здесь у нас кукурузная мука. 2 столовые ложки. Творог. Творог, пачка. Так, и 2 яйца, яйца разбиваем. Можно Отлично. Для баланса чуть-чуть соли добавить. Чуть-чуть, сейчас добавим, ага. Хорошо. Итак... Трезвая программа жизни. С чего вы начинаете, так сказать, свой курс лечения, правильно я скажу? Ну, я вообще, конечно, сюда пришла не лечить, а готовить. Я хочу... Нет, ну вы как Кашпировский. Сознаться, да. Я как Кашпировский пришла. Давайте заряжать воду, что там еще? Да, кремы, как говорил. Это говорил не Кашпировский, а как по-другому-то. Другой там был еще один экстрасенс. Я на самом деле не случайно пришла к вам на передачу. Я ее тщательно выбрала. Я просмотрела несколько передач, да. Мне очень понравился формат. И я хочу воспользоваться тем фактором, или
психологическим феноменом, да, люди, когда... Чуть-чуть, ага, буквально. Люди, все, ага. Люди, когда готовят, либо смотрят передачу, когда другие готовят и едят, они расслабляются, испытывают там приятные эмоции, и под эту, значит, песню можно им, как говорится, профилактику очень эффективно в этот момент проговорить, донести. И у них как бы это отложится, ну, не сразу, но все равно это останется в памяти. Допустим, это будет крепче, нежели бы я просто сидела и вот читала лекцию за столом. Поэтому у меня есть мотивы скрытые. Ну, так скрытые мотивы, вы продолжаете. А мне нужен сахарозаменитель на основе кукурузного крахмала. Три саше. Три саше. А, ну, я вижу, вы с собой принесли. Да, мы... я их... Да, ношу с собой. В того, что мы не будем показывать, что это такое, но да, это сахарозаменитель, да? Это сахарозаменитель на основе кукурузного крахмала, он продается в любом магазине здорового питания. Я с собой несколько таких саше ношу, потому что они как бы удобны, да, их можно в кофе добавлять. Один пакетик, он эквивалентен ложке сахара. И когда я консультирую пациентов, я иногда даже, ну, вот им даю вот для примера. Ну, здесь так и написано, заменитель сахара, да, основан природные компоненты. Да, на основе кукурузного крахмала, потому что сюда добавляем, сюда добавляем. Вы аккуратно открываете прямо и высыпаете. Я как бы, ну, не то чтобы противник, я не приветствую белорафинированный сахар и рекомендую вообще из рациона его максимально убирать, особенно у детей, потому что он относится к быстрым углеводам, как и белая мука, да? Почему сегодня у нас ее нет в рецепте? У нас кукурузная мука, верно? Кукурузная мука. Хотя она тоже, конечно, калорийна, но вся проблема вот нашей, как бы... как сказать, нашего общества сейчас в том, что слишком много быстрых углеводов в рационе, низкие затраты энергии на обеспечение своих жизненных ресурсов, да, то есть мы едим много калорийной пищи, быстроуглеводной, мало двигаемся, мало тратим калории, и, соответственно, конечно, к сожалению, число лиц, страдающих избыточной массой тела и самые печальные детей, оно вот пугающе увеличивается, да. И большая проблема – это сахарный диабет. Я, допустим, белорафинированный сахар давно уже не употребляю в пищу. Я для себя вот взяла, выбрала, я долго подбирала, потому что к сахарозаменителям много требований предъявляют, да. Но могу сказать, что сахарозаменители на основе кукурузного крахмала, они достаточно безвредны для организма, да? Ну, конечно, там ложками их никто не ест. Слушайте, но это же такой питательный завтрак получается. Да, на завтрак, в принципе, это можно. Почему еще я выбрала творог? Потому что это источник белка. К сожалению, проблемы любого нашего рациона, особенно тех, кто сидит на диете или на программе снижения веса, либо даже вот для наших детей и подростков, это всегда когда, проблема в том, что мало белка в рационе. Да? Вот даже тот же самый творог, ну, в виде запеканки дети, может быть, едят, а просто творог со сметаной никто, ну, вот, как бы есть не будет. Вот поэтому я бы хотела обратить внимание наших зрителей на то, чтобы включали в рацион свой блюда творожные, рыбные, да, про белочек не забывали, потому что чаще всего дети сидят там, булки едят, молоком запивают, все это там, конфеты, сладости, вот. А дефицит белка, чем вот он опасен? Тем, что белок, он в организме не вырабатывается. Для того, чтобы белковый обмен нормально поддерживался, обязательно нужно поступление аминокислот извне, снаружи. То есть, если там углеводы и жир, они могут как-то там друг другу переходить, да, то если вы не получите аминокислоты в рационе, то будет страдать белковая составляющая организма. Это и кровь, и кроветворная система, и гемоглобин, и очень много обменных процессов, там ногти, волосы, кожа. И для растущего организма, для подростков это очень важно. Обычно вот я еще консультирую в центре как здоровья. Как аппетитно получается. Да, в центре здоровья. Всегда, когда мы делаем диагностику по составу тела, чаще всего бывает дефицит мышечной массы. Вот. Но я считаю, что это во многом из-за того, что белка в рационе недостаточно. Но сегодня мы его будем восполнять. Дорогие друзья, вы смотрите кулинарное шоу «Вкусно». У нас сегодня в гостях Анна Ногослаева, врач-профилактолог, врач-нарколог, психиатр. Сегодня мы беседуем на очень актуальную тему современности – здоровый образ жизни, правильное питание, ну и, конечно же, трезвый образ жизни. Трезвая программа, да. Трезвая программа. Анна Геннадьевна, я хочу все-таки вернуться к алкоголю. Как употреблять культурно? Ой, боже мой, так не говорите, да? Нельзя так говорить? Нет, нельзя так говорить. Алкоголь вредит вашему здоровью. Ну, я бы сказала по-другому. Меня как бы всегда ругают за то, что я крайне агрессивно выступаю, веду свою политику трезвости, да? А больше как? Да, вот больше как. Вы абсолютно правы, да?
Ну, сегодня как бы я вот и пришла на эту передачу, потому что не просто так мы занимаемся приготовлением, будем заниматься приготовлением облепихового чая, да, потому что я бы хотела в мягкой форме показать нашим зрителям, что существует альтернатива, да, культурному в кавычках употреблению, которое можно заменить, допустим, чайной церемонией. Пока да? не поздно, дорогие друзья, пейте облепиховый чай. Пейте. Мы в нашей программе обязательно покажем, как его приготовить. Видите, у нас какие ингредиенты для облепихового чая? Это, собственно, сама облепиха, наша бурятская. Селенгинская, да. Селенгинская, да. Это апельсин. Что нам еще? Имбирь и мед, да. Имбирь вообще, он высоко ценится в восточной медицине, и с точки зрения восточной медицины он способствует, он разгоняет стихию слизи, да? Слизь, она способствует таким заболеваниям, как аллергические, угу. да? При избыточной массе тела она очень бывает, часто, да, проявляется. И самое главное, имбирь, он повышает иммунитет, что крайне немаловажно в наше такое вот время, например. Наше такое да. время. Анна Геннадьевна, скажите, пожалуйста, ну а как все-таки избегать праздников с алкоголем? Я смазываю формочку. Да, смазывайте. Mm. А их не надо избегать. Mm. Просто нужно свои праздники проводить трезво. Так. Расскажите, без алкоголя. Как? Ну, вот это же актуально. Ну, давайте начнем с Нового года. Да? Давайте. Я вот сейчас... Мне кажется, вообще во всем виноват Новый год. Да, во всем виноват. Я могу подтвердить, да, ваши слова. На самом деле, сейчас я провожу занятия по шичку для, ну, вот, для одного, ну, не пациента, скажем, для одного слушателя. Мы уже находимся вот на этапе и заканчиваем, да, и мы разбираем вот это вот состояние Нового года, да, связку. Угу. Ну, это, в общем, методика такая по шичку. То есть, для чего люди отравляют себя алкоголем? Потому что алкоголь – это абсолютно яд для клеток мозга. Ну, ладно бы один день, но 10 дней. Да. 10 дней, Анна Геннадьевна. Ну, 10 дней не у всех хватает силы, 10 дней, да. Вот. Для чего они отравляют себя на Новый год алкогольным ядом, угу. да? А некоторые люди отравляют себя алкогольным ядом на Новый год для того, чтобы получить веселье, да, отметить праздник, отметить вот это наступление нового времени, да, и воплотить ту модель, которую они с детства видели, да. Это шампанское, мандарины. Многие вам скажут, будут апеллировать другими фактами. Но это ж традиция такая у нас, в нашей стране. Ну хорошо, давайте так и напишем, вернее, так и проговорим. Так. Люди отравляют себя алкогольным ядом, потому что это традиция. Звучит смешно, да? Ну, смешно, теперь согласен. Следующий этап идет всего лишь второй. А что они на самом деле получают, эти некоторые люди, отравляя себя алкогольным ядом на Новый год? Да? Так. Второй блок идет. Некоторые люди, да? Давайте ложечкой. Некоторые люди на Новый год, отравляя себя алкоголем, получают физические разные, ну, в общем, там, травмы, да? Угу. Ущерб своему здоровью, с похмелья болеют, поскольку мозг же отравляется, да, голова страшно болит. Материальный ущерб бывает. У нас, к сожалению, в республике достаточно часто вот такая острая проблема стоит, но может это не... Ну, а вообще какая-то статистика у вас по работе есть? Вот. Новости после Нового года мы всегда слышим. Ну, она травмы, замерз. К сожалению, насмерть. И достаточно да, это да, высокие да, цифры, и с этим уже надо, как говорится, бороться. Да? Вот, поэтому мы вернемся к нашей связке. Некоторые люди в итоге получают ущерб для здоровья, не для своего кармана. Да? Абсолютно. А начинали мы с традиции, верно? И теперь третий вариант. Что я делаю с точки зрения позиции, с точки трезвого человека? Три варианта поведения. Вот мы с моим слушателем расписываем. То есть первый вариант. Я вообще никуда не хожу, сижу дома и никого не приглашаю. Да? Но я покупаю подарки, я покупаю там напитки, соки. Да? Мы сидим в семье, закроемся на три оборота, да? Смотрим телевизор. Ну, там на улицу выйдем, постреляем из ракеты. Да? То есть я проведу его абсолютно трезво. Почему мы закрываемся от других? Чтобы не было соблазна. Но это как один из вариантов. Угу. Можно второй вариант. Второй вариант. Я иду на праздник там, к друзьям. По ту сторону экрана вам скажут, как скучно вы живете. Ну, может быть, да. Но тем не менее. Второй вариант, хорошо. Второй вариант. Я иду, но я там не отравляю себя алкогольным ядом. Я пью чай облепиховый, да, там. Сок, воду. На самом деле на воду тоже можно наговаривать тосты. Вода воспринимает энергетику говорящего. И вы можете смело, допустим, поднимать тот же бокал не с шампанским, а с алкоголем, потому что шампанское тоже этиловый спирт содержит, понимаете? Ну, конечно, является... все равно основа спирта. Да. Ну и третий вариант. Дмитрий Иванович Менделеев,
Да, я на сэкономленные деньги, вот от того, что я там на алкоголь не потратил, я делаю подарки всем родственникам, всем друзьям. А на Западе принято даже соседям, там символические подарки по подъезду дарят, да. Но суть всех этих трех действий остается в том, что вы свой Новый год проводите трезво. Ну, даже в качестве эксперимента можете попробовать. Ну, по крайней мере, я свои 9 новых годов провожу трезво. Не скажу, что мне прям страшно скучно. Но я, конечно, спать ложусь достаточно рано. Не в 4 утра. Не в 4 точно. Утра. Нет, да. Но у меня большое преимущество перед многими россиянами 1 января. Я не болею с похмелья. Я абсолютно... 1 января у меня уже глаза открываются в 8 утра. Мотивация, дорогие друзья, готова, мотивация. Я готова, как говорится. Да, это мотивация. Но на самом деле, да. И, собственно говоря, ну не скажу, что я там много сэкономила. Я не разбогатела за эти 9 лет, что как бы я в трезвости нахожусь. Но, тем не менее, это сохраняет и семейный бюджет, и лично мое здоровье, которым я, честно говоря, очень дорожу. Да. Ну, более того, я не... Самое... Да. Главное, за все 9 лет вы помните каждый Новый год. Каждый Новый год. Ну, я их не записываю, да? И самое главное, я не подаю пример, не создаю алкогольную программу для своих детей. Прекрасно. Анна Геннадьевна, ну что, нашим телезрителям нужно сказать, что мы нашу запеканочку будем запекать в духовочке, да? Сколько градусов? 180 градусов, 25 минут. Ставлю 180 градусов на 25 минут без вентилятора, да? Да, без вентилятора. Вот. Покажите нашим телезрителям, что у нас получилось. Ну, немножко форма большая, да, у меня дома она поменьше. Ну, вот, в принципе, запеканка, как запеканка, вкусная на вид уже. Вкусная уже на вид. Ждем, когда нагреется наша духовочка. Давайте приступим к изготовлению чая. К изготовлению чая. Давайте. Помыть апельсины, помыть курень имбиря. Дорогие друзья, в эфире кулинарное шоу «Вкусы» у нас в гостях Анна Ногослаева, врач-профилактолог, врач-нарколог, психиатр. И мы сегодня готовим творожную запеканку на основе творога, кукурузной муки. Без сахара. Сейчас что мы с вами сделали? Давайте объясним нашим телезрителям. Мы готовим облепиховый чай. Да, мы готовим его компоненты. Вот Юрий нам любезно почистил корень имбиря, нарезал его пластиками, так. Сделал цедру вот и подготовил. Смотрите, какая цедра. Вот прекрасная это у нас цедра апельсиновая. И вот сейчас такая. Мы дольки лимона немножко нарежем тоже, чтобы в чай добавить. Облепиха у нас уже готова. Я вам орудие труда даже приготовил. Мне нужна чашечка. Чашечка. Она, сейчас мы вам найдем чашечку. И ложечка. Чем полезен творог, вы нам сказали. А чем полезен облепиха? Ой, ну облепиха это же сибирский ананас. Все сибирский так ананас, да. Так. Это кладезь витамина С, так же как и апельсин. А витамин С, он повышает иммунитет. Полезен для многих процессов, которые в организме. Ну и вообще облепиха это вкусно же на самом деле. Вот. Конечно, вкусно. Это укрепляет. Тем более у нас в Бурятии облепихи в Селенгинском районе целые-целые сады. Облепиховые, да, вдоль дороги. Вот вам ложечка. Большое спасибо. Ну вот я говорю, что недавно шла по мясокомбинату, случайно там была в ДНТ «Металлист». Там два куста облепихи, и все прямо усыпанные ягодами так красиво. И чего, никто не собирает? Никто. Ну, мне неудобно было, конечно, собирать там ягоды с белого дня. Возле дороги, наверное, там и пыль, и чего-то. Ну, может быть, но все равно приятно, как бы это говорит, что у нас еще в Бурятии хорошая экология. Раз у нас облепиха растет. Ну, пока вот этого даже более. Слушайте, а в своей профессиональной деятельности вы еще и занимаетесь экологией. Да, экология трезвости. Экология здоровья, да? Что это такое? Экология трезвости – это когда вы свое жилище дома, на работе, среду обитания таким образом обустраиваете, чтобы у вас не было проводников алкогольной программы. То есть не было предметов, которые бы вас непосредственно... Программировали не непосредственно, провоцировали, а которые бы вас закрепляли алкогольную программу. То есть, например, стоит у меня дома сервант. В серванте стоят бокалы, рюмки. Ну, как это раньше да, у нас было? Да, я можно назад не буду поворачиваться? У нас там тоже бокалы стоят, да. Но мы с вами обсудили, что это вроде как не бокалы, это предметы интерьера. Ну, мне почему-то кажется, что это бокалы. Это не конечные рюмки. У меня профессиональная деформация, да.
Допустим, у меня очень часто родственники пациентов спрашивают, ну что вот делать? Вот? Ну помимо тех советов, которые я даю как... Зашить? Как нарколог, да. Нет, так. Зашить не надо, да? Не надо, да. Зашить нельзя, казнить нельзя, помиловать. Я всегда говорю, вот если еще я дома бываю, допустим, да, у пациента, я говорю, вот у вас стоит винный сервиз, вот штоф там граненый, хрустальный. Ну бабушка, да, она им еще и не пользуется, может быть, он там со времен советской власти у нее стоит. Я говорю, вы уберите всю винную посуду с центрального места и поставьте туда красивый чайный сервиз. И это будет уже начало на пути к освобождению от алкогольной зависимости вашего родственника. Ой, а если запущенный вариант? Ну, надо начинать с малого, с малых шагов. Конечно, там есть и чисто медицинские моменты. Но, так, допустим, крайне неблагоприятно, если Ангелина, у вас... я вас перебью, я отправляю нашу запеканочку. Да, отправляйте, ага. Если у вас дома развешаны фотографии семейных торжеств, да, где запечатлены все родственники, дети, на фоне столов с алкоголем. Так. Такие фотографии тоже нужно убирать. Нежелательно дома хранить алкоголь. Вот помните, как раньше было в барах там модно, да? Угу. Более того, я видела вот как бы недавно в Инстаграм такую безобразную фотографию. Торт для мужа на заказ. Там, значит, тортик, и там прямо в тортике сверху бутылка виски. Это что она, чего желает-то своему мужу? Выпил и закусил тортом? Ну, знаете, этот муж находится в опасности. В опасности, скажем, да, в опасности. Так. И потом, когда эта жена придет жаловаться к наркологу, да, она не вспомнит, что она ему такие тортики дарила. Вот понимаете, это все как бы смешно, это забавно воспринимается. Люди Нет, это охотно, на самом деле очень серьезная проблема. Люди своей. Очень охотно на это идут, как бы, да, не понимая, что дело в мелочах иногда бывает. Я просто, у меня профессиональная деформация, да, я вот эти знаки я считываю, как Ванга просто, я их вижу, да. Вот это вот, ну, потом безобразно недавно была акция, у меня одна знакомая молодая, к сожалению, ходила, без бокала нет шагала. В смысле? Шагала? Шагала, да. Марк Исцхакович Шагал, очень известный, как говорится, художник, да? И там, значит, люди под дегустацию вина, они, значит, кисточками что-то... Такие пойдут? Пойдут. Еще можно пополам. Еще пополам. Изображали, что они художники. Еще за это дело платят они. Я говорю, я говорю, хочешь, я тебе дам телефон вот художника нашего? Я ребенка к нему водила. Есть Антон Поляков, он очень хороший художник, у него своя студия, да? Туда приходишь, там в подвал спускаешься, и полтора часа возле мольберта у меня ребенок весь сопрел, короче, там рисовал карандашом. Это труд искусства, понимаете? А живопись, это вообще, это что-то, вот понимаете, это высшие сферы. Причем здесь употребление вина? Причем здесь отравление себя алкогольным ядом с кисточкой? А что, ну пьяненьким сидеть там этой кисточкой мазать и думать, что ты шагал, что ли? Вот, поэтому это все вот эти алкогольные как бы игрушки, вот эти алкогольные проводники, они кажутся... Вот это и есть экология, да? Да, трезвости. Да. Вот на такие мероприятия вашей дочери бы я крайне не рекомендовала ходить, если бы она была вот в таком зрелом возрасте. Ну и нашим... В основном же туда кто? Ну, женщины ходят, девушки, да? Ну, конечно. Потому что им кажется, что здорово, весело, замечательно, и там еще живая музыка играет, да? Не, ну если вы хотите выпить вина, вы так и скажите. Я хочу сегодня напиться вина. Вы идете в кафе, садитесь там и пьете. Но при чем здесь Марк Исхакович Шагал, Юра? Ну, я абсолютно с вами согласен. Не трогайте Шагала, пожалуйста. Не трогайте Шагала. Я даже краткую такую, краткий пост в Инстаграм написала. Шагал и рядом не Шагал. Замечательно. Шагал, ага. Шагал и рядом не Шагал. Но его мало кто прочитал. Нет, крутым мы не завариваем. Ага. Крутым не завариваем, мы ему даем убираем, чуть-чуть отдохнуть. Чуть-чуть он отдохнет, ага. Так. И мы уже компоненты загружаем в чайник нашего чая. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям, что нам... необходимо для приготовления облепихового чая. Стакан облепихи, 200 грамм, можно свежий, можно замороженный, да? Мы Сделано. Это все отжимаем. А, ну, мы ягоду измельчаем, чтобы вот мякоть из нее вышла. Нарушаем целостность ягоды. А, слушайте, ну это у нас уходит вместе с ягодой, мы будем отпускать? Да, вместе с ягодой, потому что у нас здесь, как называется, ну там ситечка есть, да? Пресс. Пресс, она да. не выйдет, да, у нас. Чай? Ну, вообще есть фанаты, которые немножко просто в чашку добавляют немного ягод. Но поскольку там косточки, мы сегодня будем пить просто вот прозрачный чай, да? А потом нам нужен апельсинчик, даже можно сказать, если он большой, половину вот Дорогие на такой друзья, объем чайника. Обратите внимание. Да. Цедра, нарезанный апельсин. Имбирь свежий вот ломтиками и апельсиновый цедр. Ох, все так пахнет. И вот, как говорится... Все готово почти. Осталось ну, только... давайте пока у нас там запеканочка-то ага, запекается. Крутым мы не заварим, чайник немножко постоит, а мы пока компоненты уже можем складывать. Ну что, дорогие друзья, наступил самый вкусный момент нашей программы. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Анна Ногослаева, врач-профилактолог.
врач-психиатр, врач-нарколог. Она сегодня поделилась замечательным рецептом. Творожная запеканка на основе кукурузной муки без сахара. Ну и, конечно, облепиховый чай. Ну что, будем доставать нашу запеканочку? Да, будем доставать. Я немножко, она не поднялась, но... Можно, но вы же сказали, сметаной замажем, видно сметаной не будет. Сметаной замажем, видно не будет. Тогда берите ложечку для сметаны, а я буду доставать нашу красоту из духовки. Итак, поехали. Посмотрите, какая красота. А вот вы зря на нее наговариваете. А по краешку-то как она запеклась красивая. Нам ведь не надо, чтобы она была... Нет, подгоревшая не вот нужна. Вот посмотрите, какая красота. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот желтый цвет, наверное, это от кукурузной муки. Ну как это, наверное? Это точно. Угу. Это точно. Ну, давайте, что дальше? Наверное, нарежем, разложим, да, а потом уже намажем. Хорошо, отлично. Я вам доверяю. Вилочку? Да, вилочку. Как воспитываете у детей отвращение к алкоголю? Нет, отвращение не надо воспитывать. А, не надо, нужно, да? Нужно воспитывать программу трезвого поведения. Не подавать пример, как говорится. Угу. Геннадий Андреевич Шичко говорил, что алкоголизм рождается с первой рюмки, выпитой родителями в присутствии детей. Опять про Новый год. Опять про Новый год, да, и не только. Поэтому, если вы сами не будете демонстрировать алкогольное поведение своим детям, они, конечно, подсмотрят это в других местах, да, но... Это будет как бы вот так. Одна из наилучших мер профилактики, да? Того, что так. Ваши дети не будут потом сами проявлять зависимое поведение. Ага, отлично. Отлично. И вот теперь я буду мазать сметаной. Ну, не мазать, а добавлять, в принципе, давай. Вы тоже можете. А можно сметаной. И медом, да? Да, вот мед я специально для вас принесла, потому что не все сторонники там совсем без сахара, да? Но лучше мед, чем сахар. Ну, а вот вы уверены, вот. Что я ем мед, да? Мне почему-то показалось, что вы едите, да. По мне видно, что я такой медовый весь. Да. Ну, лощеный. Не совсем медовый, да, ну, как говорится. Может, так. Еще кто-то будет у нас с медом. Так, я чуть-чуть здесь нашу красоту испачкал, а но может, ничего страшного. Можно попробовать, да? Ну, подождите пробовать, это же нужно, с как чаем. Говорится, все... предвкушать все эти события. Посмотрите, да, уважаемые да. телезрители, какая красота получилась. Я, может быть, как даже соблазнюсь и накаплю меда. Ну, посмотрим. И накаплю меда, да? Да, что-то. Ну что, теперь по рюмке облепихового чая. Да. По чашке. По чашке. А, слушайте, какой он густой получился. Чуть-чуть разбавим. Давайте мы его кипяточком разбавим. Ой, запах, Анна Геннадьевна, забористо. Что творится? Ну вот теперь вы можете профессионально готовить облепиховый чай. Сентябрьскую до погоду. Да. Да облепиховый чай. Можно, в принципе, декорировать ягодами. Ну, на свое то есть мед мы можем вот сюда чуть-чуть, прямо ну, со сметанкой? Конечно, можете. Ага. Ну, почему нет? Да. Ну что, согласитесь на каплю меда? Ну, вы умеете уговаривать, ага, немножечко. Чуть-чуть буквально. Чуть-чуть. Под контролем зрения, как говорят все. Медики. Спасибо. Под контролем зрения, да? Ну что, Анна Геннадьевна, прежде чем мы с вами начнем дегустировать ой, такую красоту, не торопитесь. Я вам хочу преподнести наш традиционный подарок соведущему кулинарного шоу «Вкусно». Я на видное место. Да, на свой рабочий столе, стол. Да. Да, чтобы ваши все пациенты, клиенты, как их правильно назвать, посетители, слушатели. Да. Слушатели. Все видели, что вы участвовали в нашей замечательной, в нашей вкуснейшей программе. Такой программы нет в республике. Соведущему кулинарного шоу «Вкусно». Ой, большое спасибо. Держите коробочку. Ага, благодарю. Так. Тем же да. концом, да по тому же месту. Сейчас давайте я это уберу. По тому же месту подарки. Теперь моя любим. Очередь, да. Я специально готовилась, смотрела формат вашей программы. И я подарю вам замечательный вот такой чайный сервиз оранжевого света. Он, видите, под кружки наши на фартуке, да? Все, чтобы вы обязательно увидите это в эфире. Чтобы вы пили чай и воплощали в жизнь трезвую программу. И даже можно, допустим, где-то свой интерьер поменять, поставить там чайный сервиз на видное место, да? Чтобы все было как бы это соответствовало... Это, Анна Геннадьевна, про наши типа бокалы. Трезвому фэншую, да. И как бы, ну, это просто мое пожелание, да, но это было бы замечательно. Давайте уже, смотрите, какая красота. Да. Вот мы это поставим тоже на самое видное место. Спасибо большое, да. Спасибо. И, то есть на этом подарки еще не заканчивается, давайте да. дальше. Я не успела написать, но я это в перерыве сделаю, да, напишу. Я являюсь участником и номинантом нашего конкурса «Новая проза». И вот сборник дарю.
я вообще хотела подарить последний сборник вот этого года, этого конкурса, но он еще, к сожалению, не издался. Ну, здесь есть ваши? Здесь есть. Я в прошлом конкурсе побеждала в номинации «Триллер», это «Рассказ шаманка», а сейчас у меня в номинации «Детектив «Сердце Будды» выйдет. Но я хотела новый сборник подарить, но не получилось. Поэтому я дарю вам этот. Тут много хороших рассказов. Читайте обязательно. Здоровье. У меня, кстати, есть один из частей. Но не желтый. Зеленый. А, ну отлично. Зеленый. Я угадала. Да, ну вот этого у меня точно нет. Ну, спасибо ладно. Большое. Спасибо, Анна Геннадьевна. Ну что, давайте пробовать. Можно уже есть-то наконец-то. Давайте, вот теперь есть, можно. Есть и пить, ага. Вот теперь можно. Давайте будем дразнить наших телезрителей. Сметана с медом и запеканочка. Вкусно. Необычный вкус. Угу. Да, в школьных столов такого не приготовят. Так, а чаек? Чаек. Туда немножко сахара можешь добавить? Как? Нет, ничего нет? не надо. Какой согревающий сентябрьский чай, облепиховый. Самое смешное, что я его готовила первый раз сейчас. Не говорите это никому, никому не говорите. Делайте вид, что у нас все на конвейере. И это у вас не первый чай. Но очень вкусно. Ну не последний, это точно. Ой, Анна Геннадьевна. У вас есть несколько минут, секунд, чтобы сказать, призвать наших дорогих телезрителей к трезвому образу жизни. Ну, я скажу по-другому, уважаемые так. телезрители. Сегодня мы вам с Юрием показали прекрасную альтернативу, да? Чайной церемонии, витамины, пользу для здоровья, никакого ущерба для здоровья и кошелька. И подарок вы дарите своим детям трезвую программу на всю оставшуюся жизнь. Желаю вам быть здоровыми, трезвыми. Как говорится. А что это вы на меня смотрите? Трезвыми? Нет. Я смотрю не на вас, Юрий, я на вас не смотрю. Ну и всего хорошего. Чокаться-то можно? Нежелательно. Нежелательно. Это тоже программа. Это да? программа. Это да. тоже программа. Поэтому просто пьем. Ну что, дорогие друзья, приятного аппетита, спасибо за внимание. Увидимся в следующих выпусках. Пока. До свидания, скажите. Простите. До свидания. Всего доброго. Скажите, в чем различие? Ну вы же нарколог. Да. В чем различие между пьяницей и алкоголиком? Ну, практически ничего, но да, но есть даже... Но есть разница? Есть, конечно, да. Есть такая классификация соблиологическая, шутливая, тропа. Тропа, да? Да. Вот алкоголик – это тот, кто пьет раз в неделю, а пьяница – это тот, кто каждый день. Но это... А, даже вот так? Да. Но это думал, наоборот, это как-то не должно быть. Это не наркологическая классификация, но она есть, собственно Жизненная, говоря. Да? Жизненная, да. Ну, большой разницы-то нет между, как говорится. Дело в том, что, понимаете, все алкоголики, они не происходят откуда-то с неба не падают. Они так. рождаются из тех, кто культурно выпивал. Когда-то, да? Когда-то, да. Просто... У всех очень разная степень сопротивляемости алкоголю, разная наследственность, разные гены, да, и даже разное вот количество фермента алкоголь-дегидрогеназы считается. Вы так углубились. Все-таки лучше быть пьяницей или алкоголиком? Лучше быть трезвым человеком.